Здравствуйте, любители побродить по подземельям под городом Уотердип. Потому что сегодня мы этим заниматься и будем все время, все сегодня, покуда оно не кончится или покуда не кончится этот видеоролик. Интересно, что случится раньше. Я в конце предыдущей серии намеревался подумать, что же делать дальше. А потом я решил, что не буду думать, что делать дальше. Не буду смотреть даже прохождение и не буду смотреть в клюбук, в книгу подсказок, которая прилагается к комплекту с игрой на GOG.com. GOG.com. Лучшие современные и классические старые игры. GOG.com. Без DRM. Из Польши с любовью. GOG.com не платит мне за рекламу и не знает, что я их рекламирую. Ну, иногда надо вернуть, знаешь. Раз в год хотя бы напомнить, кому мы обязаны тем, что я имею возможность их рекламировать. Я, знаешь, что решил? А я решил воспользоваться простым способом движения дальше. Как ты, возможно, помнишь, в предыдущей серии мы совершили наткновение, наткнулись на несколько падучих мест, в которые можно упасть. И я сейчас в некоторые из них упаду. Интересно. У меня сейчас пришлось ее переустановить немножечко, игрульку. И управление слетело. Да? Серьезно, что ли? Серьезно, слушай. Сейчас я не хожу на васт. Сейчас я не знаю, как поворачиваться стоп. Ну, на нумпаде можно. Но, блин, на нумпаде дико неудобно, потому что мне надо руку уводить далеко. Так, стоп, ребят. Я, конечно, ценю то, что вы сделали у себя там на GOG облачное сохранение для множества старых игр, запускаемых через DOSBox. Но, блин, мне из-за этого пришлось переустановить Eye of Beholder. И я не могу сейчас нормально управляться. Окей, я опущу клавиатуру свою тогда наполовину в висячем положении. Ее оставлю, потому что она свисала у меня со стола. Так не получится. Ладно, помучимся немножко. Так, ну на С все еще лагерь, это хорошо. Главное, что это все на месте. Вот ведь подлянуто, подляну устроили, а? Я их тут, видишь, расхваливаю. А они мне такие, уведи свою левую руку направо. Пусть она будет рядом с мышью на нумпаде. Ну а что, люди раньше так только и играли. Вот, мы будем падать. Я так вот подумал. Если уж вниз не спускается по-нормальному, там стены всякие, будем так действовать. Ой, как неудобно управляться. Опа. Не-не-не-не-не. А, о, ой, мама. Ой. Стоп. Что ты такое? Я не помню, как ты называешься. Мы сейчас посмотрим в том месте, где смотрят. Да, поплохело. Ты глянь-ка. Окей, будем отдыхать потом. Так, нужно открыть мануал и поглядеть, как же называлось это чудовище. Где это было? О-о-о. Это кенку. Эти существа напоминают гуманоидных ястребов с руками и крылами. Их высота ранжируется от 5 до 7 футов. Их перышки
в основном коричневые, с белым, с белыми включениями, и их глаза бриллиантово-желтые. Кенку имеют естественную способность к воровству и получают извращенное удовольствие от доставания незадачливых людей и получеловеческих рас. Вот такие у нас попались существа. Так, сперва надо все подобрать. Все наши пожитки. Там кто-то еще топает, я слышу. Ой, слышу, что-то кто-то топает. И ой, мне это не нравится. Отдыхаем. Так, магия у меня выучена. Назначена, надо выучить. Вроде как все, что есть. Мольбы. Да, тоже все доступные. Отдыхт. Целители будут лечить отряд. Как иначе-то? На что они еще нужны? О, хорошо, отдыхаем. Ты глянь, на вторые сутки пошли. На третье. Всегда смешно от этих ДНДшных старых игр, как отдыхается. Трое суток прикорнули немножечко. Так, осмотримся. Никого. А это что такое? Посох. Посох мне не нужен. Уж извините. Посох я как-нибудь... Кстати, насчет посоха. Посох, подожди, это же посох. А можно ли? А можно ли так? Можно ли им бить? А, можно, но... Нет, нет, все-таки нельзя. Вне атаки пишет. Окей, окей. Никто не может вскрыть эту дверь. Но тут есть ключ. А у меня есть ключ. У меня есть ключ. У меня был какой-то ключ. Но этот не подходит. А иного-то у меня и нет. Еще нумпад почему-то не всегда отзывается на мои нажатия. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Легче. Да, вне атаки. Так не пойдет. Немножечко отодвинемся от этого злодея. Так, а тебе мы вообще-то должны дать священный символ. Ну так вот, на минуточку. Напомним, кто ты есть тебе. Так, это мое. Это... Кому бы дать, кому бы дать? Тебе будет у тебя. И кинжал. Но это не весь кинжал. Это не все. Я еще не сохранялся, кстати, потому что, ну, знаешь, не уверен в том, что хорошо сюда прыгать. А хотя, какая разница? Все равно ведь, если так можно, значит пройдем и так. Если нельзя, то уже никуда не деться. Ага, где кто? О, нажимные плиты. Моя любовь, нажимные плиты. Не уверен, что что-то случилось, а у меня рука уже устала на нумпаде ходить. Я... Нет, я так не смогу. Во, вот так можно. Я отодвинул клавиатуру, убрал с нее ножки. Она у меня с ножками. О, глянь-ка. И это где? Где это мы оказались? Это мы оказались на неизвестной местности предыдущего этажа. И это не отворяется, что интересно. Интереснее концепция.
Ну ладно. Это значит повод сохраниться. А потом... Да, потом буду управление. Потом буду управление настраивать. Хотя, кто мне... Я вот помню, как я делал. Я установил Eye of the Beholder. Потом установил русификатор. И у меня сразу как-то все осталось. Интересно. Ладно, я давайте сейчас сюда что-нибудь положу. Ну, оно не нажимается, ты видишь? Ну-ка. Не, не нажимается. Ладно. Шут бы с ним. Опа, господин. Кенку, или как он называется, я уже забыл, как их именуют по-правильному. Мимо, мимо, мимо. Дайте мне. Вот, это тоже мне дайте. Все выкинули. Все, что можно. Что нельзя. О, уже кушкать хотят, ты глянь. Это я вовремя, значит, кушку нашел. Опять смешные звуки. Ну неплохо, неплохая комната. Я бы тут и остался. Ну вот, Эрдипу нужны герои. А этому я так и не понял, что нужно. Надо было его привести вообще на четвертый этаж, что ли. Или на пятый. К братанам. Но мы привели. А там еще один, наоборот, пытался в отряд навязаться. А мне куда уже? И этот-то не нужен особо. Так, а подожди. А почему? А! О, точно. Тьфу ты. Я уж думал, сломалось чё. А это я напутал. Ну хотя зачем тебе еще и топор? Ну ты же им не пользуешься, ну ей-богу. Давай так. Пойдем гулять сюда. О, каменюка. Яйцо Кенку. Так. Это яйцо. Нет, оно так не встает. Возьму себе. А что эти кольца делают? Как бы знать. Давай надену кольца. Ну так вот, на удачу. Так, у меня тут что-то еще было такое забавное. Большое лечение. У меня было что-то забавное. Ой, так, нет. Какое-то неизвестное зелье или что-то вроде того. Нет. Да, во, неизвестное зелье. Ну-ка, давай-ка. И запьем немножечко. Я его, кажется, пил, да? Я пил и не понял, что оно делает. Давай так вот. Оп. Чувствует сытость. А, о, оно насыщает. Ну, ладно. Сойдемся на этом. Что нас ждет здесь? Нажимная плита. Я нажимать ее. Я могу ее не нажимать, кстати. Я могу ее не нажимать. Пока не буду.
Я вот не уверен в ее благонадежности. Вообще, мне вот это место, этот этаж напоминает вот этой, ну, той частью, где мы сейчас находимся, какую-нибудь Дварфортес. Ну, так же копаю, я так же копаю. Так, Блэс. Вот и замечательно. Вот и покидали. Вот и постукали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На злодея нарвались. Ой, убьет, ой, убьет. Супостат. Фух, живы. Еле-еле душа в теле. И она не может сейчас ничего делать, потому что она без сознания. Естественно. Фух. Жестко. Ну, опять отдыхать сейчас надо будет. А куда деваться? Хочешь быть здоровым? Отдыхай. Как говорится. Отдых. Да, конечно, будут. Сейчас поваляемся четверо суток и пойдем. Все отдохнули. Молодцы. Ну и пойдем дальше. Тогда уж. Че мне тут? Сохраниться. Кинжальчики свои восстановить. Никто не может открыть эту дверь и даже вскрыть. Жаль. О, ключ. Вот это уже любопытно. Двоедверие. И ни для одной из них этот ключ не нужен. Так. Возвращаемся на пятый, да? И оказываемся... Забавно. Мы вернулись к старту. Очень интересно получилось. А как же тут ключ оказался? Но это не старт. Тут все изменилось. Тут все было иначе. Таинственно. Так, подожди, я хочу сначала нажать на эту вещь. Оу-оу. Дроты. Тут дроты появились. Окей, возьмем себе. Ловуха. Ну, хоть не отравился никто. Я думаю, это было возможно. Это же тут дроты. Как тут не отравиться? Так, сейф. Там что-то есть? А тут есть сейф. Да, я хочу. Кстати, я хочу не только это сделать, я хочу еще вот так. О. О. Вы натыкаетесь на человека в темном одеянии.
Сперва он вздрагивает, но я бы по его виду не сказал, что это особо вздрагивающий человек. Но потом усмехается, узнав вас. А, это вы, спасители глубоководья недели. Вы даже представить себе не можете, сколько уже было послано путешественников, чтобы выяснить правду о зле в этих подземельях. Ну, спасители по найму, давайте я поделюсь с вами своей безграничной мудростью. Ксанатар? О, знакомое имя, кстати. Ксанатар годами тайно вредил городу. Когда глубоководье достаточно ослабнет, он возглавит свои полчища, чтобы захватить ничего не подозревающий город. Единственная возможность остановить Ксанатара – убить его, а это невозможно без волшебного жезла Сильвеса. Насколько мне известно, этот артефакт у дворфов, но они сами не понимают, чем владеют. Дроу знают, что жезл Сильвеса обладает большой силой, но не догадываются, что его можно использовать против Ксанатара. Дело в том, что этот жезл – один из немногих предметов, с помощью которых можно сразить Созерцателя. Он сделан из стебелька его глаза. Ух ты. Глупые дроу. Они должны были стать союзниками Ксанатара, но решили прикончить дворфов, украсть жезл и с его помощью разграбить город. Это позволит лордам глубоководья осознать масштаб угрозы, исходящей из-под земли, и помешает планам Ксанатара. Поэтому мне придется остановить дроу и заполучить жезл Сильвеса самому. Как видите, друзья, у меня нет намерений мешать Ксанатару до тех пор, пока он не завоюет глубоководье. Это его сильно ослабит, тогда я и ударю. Ксанатар будет повержен, и глубоководье будет у моих ног. Я определенно не могу позволить вам остановить его. Мне нужно только заполучить жезл Сильвеса и убить вас, конечно. Вау. 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 Это вообще нормально? Так можно? Что он такой смертоубийственный? Жесть. Я не сдюжу. Я же не сдюжу. Бэнс, ты глянь, что делает-то. Это жесть. О, все, минус одна. У него там какие-то клевые штуки лежат. Бух. Ну и все. Ты ничего не можешь. Нелепый дурачок. Что? О, я могу в него кидаться вот так. А, нет, не могу. Ну давай, делай свое дело. Буду махать кулаками каждые 6 секунд. А уже нет. Ваш отряд повержен. Ничто теперь не может помешать злу воплотить свои планы. Игра вообще закрылась. Сейчас, погоди. Как радикально ты глянь. Ой, ой. Еще настройки графики сбили. Ну, в смысле... В окне не запускалось. Забыл сделать. Забыл сделать так, чтобы сразу в окне запускалось, а не на весь экран. Вот так оказия. Случилось. Ладно, понятно. С этим добрым господином мы не общаемся пока что. Карта сбросилась, кстати. И еще одно Коко. Коко. Коко Кенку. Ну тут я опять сохранюсь. Мой закон. Тупик сохранись. Сохранись в тупичке. В тупичке гоблина. Тут можно было упасть на этот этаж. Вот девятка что-то у меня не всегда работает. Не всегда разворачивает меня куда надо.
Так, а можно ли золотым ключом? Можно ли золотым ключом? Хорошо. Опа. Тут вот этот. Наш любимец. Господин. Ты тут не ви. Что ты мне тут ви делаешь? О, Лирокью получает уровень. Он его заслужил. Это что? Понятно. Вот. Неплохо получилось. Лучше, чем со многими другими. А если Лирокью получает уровень, то, возможно, у него сейчас получится новые молитвы. Да, кстати, вот тут у него есть новая молитва. Даже не знаю. Удержание теперь не кажется такой плохой идеей. Удержание теперь не кажется такой плохой идеей. Но... зачем? Что я буду им делать? Ну ладно, пусть будет. Это все-таки и против магов хорошо. Во, создать еду. Ну все. Сейчас заживем. Но нет. Нет, создать еду соблазнительно. Но пока не надо. Давайте посмотрим, какие заклинания еще есть у нас на выбор у клирика на данном уровне. Развеять магию. Ну я не знаю. Оно может развеять любые заклинания, наложенные на всю пати. Но зачем? Меня особо пока магии не трогают. Ладно. Волшебный покров. Ну, это армор-класс для самого клирика. Не надо, думаю. К тому же оно не кумулятивно с уже имеющимся армор-классом у него. Ладно. Молитва. Ну, молитва. Молитва — это как блеска, только лучше. Ну и излечить паралич. Нет, излечить паралич мне пока тоже не надо. Если будет надо, мы всегда можем перезагрузиться и перераспределить себе вещички. Сохранимся, отдыхать сейчас не будем, так что он пока это все новое не выучит. Но потом там выучит, когда будем отдыхать. А отдыхать мы когда-нибудь будем. Когда-нибудь придется спать. Так, блин, опять. У меня преждевременное нажатие на топор. О, батенька. О, батенька. Как тебе навали? Вот, видишь, тот бой вообще отлично прошел, легко. А тут что-то вот у нас Джессику вырубают. Вообще не успеваю я ничего сделать. Он прям ее фокусит. Оу, а он и не один, ты глянь. Окей, блеска. Да, тут не получится так вот по-хитрому. Окей. Тут не получится по-хитрому. Сейчас будем отдыхать вот здесь. В проходе. Отдых будут. С
Все отдохнули, все молодцы. Подожди, какой излечить паралич? Какого черта? Я не то выучил. Я не хотел учить лечить паралич, я молитву хотел, алло. О боже мой. Прогадил сейв, ладно. Давай заново. Так, вот, давай, по-человечачьи. Во, во. Все, отлично. Вот так вот портится пати. Ну-ка, давай. Выходи. Дружок, пирожок. Так, Magic Missile. Хорошо. Опа. Давай, Magic Missile. Что-то второй более серьезный какой-то. Мне не нравится его намерение. Дядечка, вы чего такой серьезный? Блин. Паникую. Не паникую, а не нажимаю. Нажимаю не то. Дядечка, вы чего? Приплыли. Да, анлаки. Жесть. Ожесточенная битва была. Ничего не скажешь. После нее можно даже сохраниться. Как-то молитва быстро слетела. Быстрее, чем я ожидал. А где мои кидалки? Вот дротики плохо не ставятся автоматически у этого гражданина в руку. Никак вообще. Это меня не радует. Так, все подняли, отходим отдыхать и сохраняться опять, потому что снарядиться — это повод сохраниться. Будут лечить, для этого и отдыхаем. Ох, хорошо, как отдыхается. Почти двое суток. Здоровый сон – залог здоровья и хорошего сна. Ты нам вообще нужен? Нет, я бы тебя уже прогнал. Что-то мельтешишь у нас тут. Хочется сказать, что есть не просишь, но ведь просишь. Так, о, опять это существо. Сатана, воплоти.
Ого, Тагор получает уровень. Ну вот этот наш странный человек. А мы сохранимся. Тагор уровень получил, а мы сейву. Так, там что-то было. Да это же камень. О, ого. Ничего себе. Так, сюда можно. Туда можно. Сюда можно. Ой, как тут много всего, куда можно. Я, пожалуй, сохранюсь ничего. Столько возможностей. Страна возможностей. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Что ж так смертоубийственно-то, а? Ой, мама. Ой, мама. Они еще... У меня еще курсор исчезает, когда они действуют. Когда они ходят. Поэтому не могу, не могу вовремя все делать. Джессика скоро схлопнется. Опять. Гейн. О, последний остался. Я с ним опять ничего не могу сделать. Ой, Джессика, держись, я не знаю. Не знаю как. Ну, держись, пожалуйста. Сдохла. Еще разок. Сейчас отдохнем только сперва. Вот так вот, 25 часов поспали. Можно и за дело приняться. Так. Ой. Это глупо, плохое начало. Еще и мажут, вот видишь, в чем дело. Нам еще не везет в этом плане. Быстренько переодеваемся. Лечим Джессику. Так, этому кинжалы быстро в руки. Так, лечим теперь не только Джессику. Фу. Сдюжили. Сейва. Ожесточенно. Ничего не скажешь. Так, ты хотел есть. Ты ешь. Насобираем сейчас всего своего вот этого вот. О, а тут ничего и не было. Это забавно. Это такая ловушная комната, значит, была. Ловушка-комнатушка.
это ловушка, комнатушка, опыта даюшка. Так что неплохо. Что здесь? Ой, мама. Здесь Блэс. Хилки все я сделал, да. О, Гинзберг получает уровень. Это хорошо. Это значит, мы сохранимся и будем отдыхать. Кстати, а чё у тебя по магии? Ты чё-то так... А, у меня же кислотный стрел еще есть, худо, точно. Помню уже, что чё-то было еще, помимо Magic Missile'ов. И ведь действительно было. Есть. В отличие от грязных, вонючих, сточных труб, в которых нет ничего. Хорошо, как отдохнули. Аж кости ломит. Какой змеиный коридор. Что это сейчас было? А, забавно. Мы тут ловушку стригерили. Можем дроты бесплатные получать. Забавно. Так, а если я камень туда возложу? Или щит? Бесполезно. И камень бесполезно. Окей. Нам придется встретить дроты лицом. Или щитами, если повезет. Давайте. Прикрываемся щитами. А, все, они кончились. А это хорошо. Это хорошо, что они не бесконечные. Опять. Ой, блин. Ой, блин. Поднял. Все, можно. О, сколько дротов-то стало. Ты глянь. Вот это пазл. Все. Больше не беру. Не то чтобы мне столько много нужно даже было. Вот какая тут местность. Что вы тут прячете за столькими ловушками? Это сзади, да, впивается? Тоже не поймешь, ладно. И здесь находится жезл. Пам-пам-пам. Складывай, не порежься. Написано. Жезл. ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей. Кстати, кинжал. Кстати, дрот. Ну, складывай, не порежься. Что это значит? Может быть, туда надо сложить это. О, понятно. Сюда мы складываем то, чем можно порезаться. Ключ.
куча дворфов. Вот это я понимаю. Вот это другой разговор. Вот это загадка. Так тут не все еще. Так. Тут можно уже поворачивать, ты глянь. Жесть. Щит. Щит дворфов. Ну, не знаю. Лучше или хуже он. Положим, что неплохо. Так, не сохранялись давно. Да. Вот интересно придумали. Вот это я снимаю шляпу. Так, ну у меня дроты кончаются. Опа, так. Тут у нас какой-то чампер уже имеется. А в нем среднее лечение. Так. И развеять магию. Так. Это мне не нужно. А нужно сохраниться. Ну, замечательно походили, мне кажется. Продолжаем. Булава. О, булава 3+. Так, вот это уже. Вот это уже интересно. Есть ли чарт по оружию? То поди я вспомню сейчас, как там в АДНД, сколько урона у топора, сколько урона у булавы. У булавы 1d8 вроде как всегда был. Так, это возможно не здесь, это возможно в другом документе. Сейчас я его отворю. Мы же никуда не спешим, верно? Верно. Позволю себе ответить сам. О, да, тут есть weapon и armor. Так. Вот weapon chart. А, нет. Почти. У Майсы против маленьких и средних врагов 2-7, от 2 до 7 урон. А против больших врагов от 1 до 6. А у топора 1-8, точно. Ну, булава получше будет. Ну, это замечательно. Я считаю. Топор нафиг. Сейф. Ха. Ничего себе. Вот так хорошо зашли. Булава плюс 3. Слишком большой. Так. Я там не все подобрал. Я вернусь сейчас. Вот. Осталось две штучки. Не факт, что их хватит. Но это все. М-м-м.
Но я хочу тут все исследовать. Кнопка. Сатана вышел. Так, блесс, срочно. Срочно блессаемся. О, 11 урона прошло, клево. Так, священный символ, во-первых, а не щит. А теперь щит. О, кушать. О, кушать. О, кушать. А ты нет, ты не кушать, ты наедый. Забираем свои вещи. Поиграли, сложили в коробочку. Кушка. Колечко, колечко, кольцо. Что делают кольца? Вот до сих пор не понимаю. Как их опознать? В этой игре больше загадок и хитрости, чем я ожидал. Признаюсь честно, я ожидал более поверхностного Dungeon Crawling. И я приятно удивлен. Камень. Ну, не знаю, что мне камни собирать. А давай соберу. У меня главный камненосильщик-то все. Ты будешь? И подождите. Там не все. Вот тут не все еще. Вот это место все еще меня интрижит. Какие же тут еще загадки-то есть? Камень не обмануть. Не обмануть систему. Ладно. О, у тебя есть дрот. Ну а у остальных-то все нужное. Ну этот кидается. А может ему луком начать стрелять? Но тогда он не сможет колдовать. Нет, пока нет. Окей. Оставим это. Оставим это баловство. Так, отсюда можно падать было бы, да? Куда ведет? А, ну это мы уже вышли к тому месту, где уже были. Это наш выход на предыдущий уровень. Вот что у нас тут осталось неоткрытым. Какие тайны? Никаких. Стоп. Кнопенция. Кнопенция. Так, где тут эти Кингу? Конго. Огненный клинок. Забавно. Нет. Я, пожалуй, оставлю открытым. Спасибо. Ой-ой-ой, сатана идет. Мимо. Вот самое лучшее оружие мимо. Мимо опять. Что ж ты? На что я тебе булаву дал, чтобы ты мимо делал постоянно? По-моему, нет. Не было такого уговора, чтобы ты мимо делал. А ты делаешь. Tell me why. Ну, нормально, нормально. Все не так уж и позорно. Это мы себе. Сдавай. Все подняли, сохраняемся.
Вот это куда-то ведет. Это ведет куда-то сюда. Но подождите, тут большая комната. Я не могу выйти из нее всю, не осмотрев. Все, теперь могу выйти из нее. Я ее всю осмотрел. Ой-ой-ой, опять этот... Вильзевул. Вильзевуб. Magic Missile. Давай лечиться уже, пора лечиться. Джессика получает уровень, с чем мы ее и поздравляем. Так, 4. И вот так. А теперь пусть наши ребятки поспят. Подожди, а один кинжал, видимо, улетел. Ну, это ничего. Кинжалы и так делают. Я не могу их в этом винить. Кстати, забыл проверить, дали ли Джессику какую-нибудь молитву выучить. А, ну сейчас глянем, что нам. Долго, что ли? Вон, на третьи сутки сна уже вышли. Так, тебе сначала вот это в руки. Ну-ка. Не-не-не, низкий уровень еще. Опять сохранимся. Ой, как тут все разветвисто начинает быть. А, мы вернулись, кстати. А, ну, это все места, где мы уже были. Возможно, смысл спуска сюда было раздобытие дворфийского ключа. А возможно и нет. Но я думаю, об этом мы сможем узнать позднее. Мне же еще хочется вернуться к тому дядьке, который там стоял. Я его вряд ли победил. Но попытаться-то еще разок стоит поговорить с ним, когда у нас есть жезл, возможно, тот, который нужен. Что у нас еще такого есть? Да, кажется, все остальное вполне обычное. Да? Да. О, еще обычный ключ есть. Серебряный, также известный как... Больше ничего хорошего нет. Но так как традиционное время серии Eye of the Beholder подходит к концу, дальнейшие путешествия будут происходить в следующий раз. А на этом все. Спасибо. До свидания.